Всем привет! У нас в продаже появился легендарный X5 2008 года выпуска, объем двигателя 3 литра, бензин на автомате, на оригинальных литых дисках 20 радиуса. 7-местный. Давайте заглянем в салон. Салон у нас в идеальном состоянии. Из черной кожи. 7 мест, повторяю. Для задних пассажиров здесь есть двухзонный климат-контроль, подогревы сидений, а также отдельная мультимедиа для задних пассажиров с функцией подключения наушников и две розетки 12 вольт с экранчиком. А также в салоне здесь есть панорамная крыша. Для 2008 года выпуска салон просто в идеальном состоянии. Никаких дыр, потертостей, пятен, ничего нет. Давайте пройдемся по комплектации данного автомобиля. В нее входят все 4 электростеклоподъемника, электрорегулировка зеркал. Здесь у нас находится блок управления светом, а также есть датчик света. Электропривод передних сидений и память водительского сидения. Мультируль, управление мультимедиа, обогрев руля. Отличная мультимедиа, которая управляется с джойстика, здесь также с бортовым компьютером. Двухзонный контроль. Климат-контроль спереди, получается в автомобиле 4-зонный климат-контроль. Электропривод багажника, передние и задние парктроники, а также камера заднего вида. Функция при помощи спуски с горы. Розетка 12 вольт с прикуривателем. Два подстаканника, раздельный центральный кожаный подлокотник. На данный момент двигатель запущен, никаких ошибок по двигателю нет. Пробег составляет 266 тысяч. Но если вас заинтересовал данный автомобиль, все контактные данные вы можете найти в объявлении. А также приобрести его можно за наличный расчет по системе Trade-in или в автокредит. А находимся мы по адресу Азина 83, автосалон столица. Всех ждем. Поесть под Оренбургом фонтанчик с черным тюльпаном и в жизни видеть лишь раз его доводилось всем тем, кто проходили его мимо. Фонтанчик с черным тюльпаном, представьте, браты, что есть стены у дельфина. Коридоры длинные, окна, решетка, литрина и люди спинами кверху, но как дельфины в вечном плавании. Задеяния злые, там не принято считать дни.